Ну так, всем... пока на ходу. Привет, дорогие друзья, с вами снова Алекс Бом, продолжаем играть. Пил врага, шестая миссия за Германию. С вами Алекс Бом, Тунат, Манеки и Пионер. Всем привет. Так, что там еще надо, кого убивать? Я пошел, давайте. Покажите, так, пальцем. Черчилля убили и Шермана этого крутого, Файрфлая. Файрфлай едет, пацан. Файрфлай вижу, да. Сейчас выжидаем его. Один из Файрфлай просто сбит. Ща. Ну. Куда? Прям в стену, руина. А там вон еще Шерман, блин, зараза. Хилься, а ты можешь? Понял, ты руина. Просто нет. Давай, да куда? Нет. Давай. Еще один Firefly. Бам, Шерман. Firefly убил. Firefly уничтожил. Причем я его не уничтожил с концами, он подбит. Блин, за зданием там людей слишком много, чтобы туда идти. Че у меня по боеприпасам? Боеприпаса 2 осталось. А. Давай, выходим, стреляем. Давай. Понял, вышел, стрельнул. Классно. Мне понравилось. А, и гранаты второго. Все. Нормально, сейчас чиним. Давай еще истребители. Ну, истребители. Там еще один танк едет. У меня нет истребителей. Истребители убили. Там два танка вообще так-то. Алекс. А. Вот истребитель. Где? Давайте. Спасибо. Так, у ПТ-шки люди закончились, надо людей. У меня ПТ-шка есть. Кому тут надо? Тебе? Там едут. У меня людей нет на ПТ-шку. Нам нужна пехота. Куда он едет, зараза? У нас все точки вычешут. Их нет на карте, они просто отхватывают точки. Нам еще пехоты надо. Мне Кромвель не дают починить, потому что, ну, типа, их тут много. Короче, справа этот М4. Подбил М4. Все, хорошо подбил, чтобы мы его захватили. У нас вот здесь захватывают точку. Вот здесь уже захватывает точку. Чтобы вы поняли, как все грустно. Че, пехоту вызываем, что ли? Конечно, тут пехоты ко мне капец не хватает. Тунат, на тебе пушку. Вот она. Там, кстати, враги, так что будь аккуратен. Уводи ее куда-нибудь, Тунат. Там Кромвель еще людей. А, стой, подожди, так... Мне его не убили, он чинит. Пока. Вот сейчас убили уже, зараза. Но он до сих пор чинил. Так, Кромвель. Там два танка. Лево. Я знаю, я стреляю по Кромвелю. Кромвеля сбил. Тетрарх. Тетрарх сбил. Отлично. Там Шерман с Firefly. Пипец. Все будет сбить сложнее. Так, у меня справа два человека откуда? Куда вы здесь сидите? По Firefly. Давай. Стой, дымовая. Оп. Сюда. Здесь. Финица, здесь двое. А так это еще. Смотри, два эти. Вызывайте пехоту по КД и все. Так, я отхватываю точку. Иду помогать. Можете вот сейчас захватить точку людьми, да, потому что и на пулеметы поставь людей, просто у меня это не...
Немножко гранатометчики. Немножко гранатометчики. Подбил танк, сказал. Так, нужна помощь? Сейчас бегу. Гранатометчиком. Стреляю. Бам. Подбил, все. Все. Давай, у нас тут вон два кромвеля на базе, надо их отхватывать и поехали дальше захватывать. У них база, все пусто, просто там чуть-чуть люди. Ты сказал, давай заканчивать, все послал все по одному месту. Ну, как всегда, не говорить, как всегда, я понял. Пожалуйста. Вообще забыть про них, я понял. Вызывайте пехоту пока. Угу. Вообще людей нет. Одни гранатометчики. Людей нет. Так, РПГ режим. Окей, let's go. О, у меня есть медик. Я не знаю медика. О, люди. Люди, это мы любим. Вот здесь чувака развить надо. Ладно. О, поиска пусти. Сюда. Еще медик. Планеру. Кидай гранату в этого. Все, хорошо. Подорвали, теперь надо от людей избавиться. Ох, ёпрст, тут людей. Я понял, надо мои позиции укрепить нас. Сюда. Кто там стреляет? По мне, главное, не попадите. Отнимай? Не отнимай. Так, ты куда полз, трус? Прикройте, нет? Я танк буду дальше чинить свой. Туда. Слева прикрой, пожалуйста. А, ты решил починить мне танк, понял. А еще я его уже давно чинил. Он мне нужен. Ну, там ящик стоял. А, ты ушел, что ли? Не, просто без рофла. Я его и подбил, я его чинил потом. Тут вообще в канале происходил. Так. Что там справа у них за встреча выпускников, подожди. У них там два танка. Там по центру опять этерархи всякие. А, по центру я два танка подбил, они там просто стоят. Ну пускай стоят пока. Пехоту вызываем. Снайпер заказали. Я. Yeah. Зачем? Чтоб кушать. Нам нужна пехота. Нам нужен был снайпер. Прибыло подкрепление. Кому дали снайпер? Можно снайпера? Пионеры? Или ты будешь убивать им? Так. Кромвелл, давай, чинись и поехали откладывать обратно наши точки. Как так можно было? Просто вот с ничего нас взяли, отодвинули вот просто к самому началу фронта. Потому что вы... Да все, там просто вовремя точку не захватили, понимаешь? Вот точку захватили, все, я сажусь Кромвелла и поехали. Я готов пушить. Кто слева поедет со мной пушить? Поедет, и у меня нет ничего. Там на карте Кромвелл еще один едет, еще тетрар. Люди в плане, кто поедет? Могу к себе посадить. Да. Только не на шею. Так, вот тут за стеной. Кто там, гранаты что ли идут кидать? Зачем? Вот так вот. Бам. И вот они уже открыты. Вам. Вот тварь. Точку захватываем. Так, там вот. Я вижу. Тварь, тетрар. Просто тетрар. Ниндзя. Ниндзяка? Ладно, пойду обратно отхватывать. То, что ага. Вы изверги решили, справа не отхватывать. Я справа отхватил точку вообще так. Я отхватил ее, я попрошу гранатометчиком. Не то правое, это у тебя середина у нас. Не, правое. У меня там до сих пор они стоят. Ты вот это отхватил, а я отхватил вот это, но они сейчас заново заняли. О, тетрархи классно взрываются, кстати, интересный факт. Ты куда бежишь, зараза?
Не подходи ко мне. Сколько танков там? Че, будет поддержка слева, что ли? Я просто боюсь, что подарую танк. Так, кто на... пионер, на тебе. Зараза. На тебе медиков. А, экипаж ранен, понял. Меня все-таки уже попытались подорвать. Экипаж ранен, но вроде экипаж цел. Вот факт. Да хватит ко мне ползти. Зараза. Пытаются, пытаются меня взять. Я же сказал, я не такой, я не буду. На тебе. Такой, какой, да? А вот не такой я. Меня так просто не возьмешь. Ну, кто меня сбил? А, где вот, здесь враг? Справа Firefly. Справа еще не Firefly. Тебе помочь приехать или ты сам? Просто мне придется... Я сейчас с точки пойду отбивать. Ну, отбивай. В надежде, по крайней мере. Так, никто не захватывает, я понял, надо высаживать. Высадили, охватили. Можно ехать дальше, да? Е-мое. Да, быстрее захватывай, запарю. Е-мое. Жаль, я сейчас людей не посадил. Мы захватили стратегическую точку. Так, где у меня там пулеметчики? Это не пулеметчики, это РПГ-шеры. Все РПГ-шеры, мне всех РПГ-шеров выдали. Так, там едет техника, М-ка. М-ка Шерманерка. Сейчас у него еще поддержка, если людей будет, это будет очень грустно. Бронебойные заряжаем. По демку, шерманерку. О, промахнулся. Я тоже промахнулся. Он опять промахнулся. Я тоже промахнулся. Он трак сбил мне. Я его повредил? Нет, да? Да, я его уничтожил. Классно. Где чиниться? Сюда. Так, танк чинится. Ты чини вот этот танк. Надо будет захватить Firefly. Надо. Чем я по снарядам вообще? 27-13-5, понял. По пехоте я стреляю больше, чем по танкам. А где они там живут, я не понял. Где вы? Найс. Один Firefly я подбил. А чё, человек залез обратно, ты как бы ремонтировать должен, да? Спасибо, что залез, конечно, но ремонтируй, пожалуйста. Мы захватили стратегическую... Так, у меня есть медик. У меня есть медик. Медик от пионера. Shift. Так, правая точка. Чё, надо было помочь с Firefly'ами? Да я его забил до конца. Все. Ну все, отхватываем точки обратно, е-мое. Проблем нет. Ну или не должно быть. Давай настреливай, зараза. Так, я ФТ-ску веду с той стороны. Точнее, с левой стороны. С моей? Не, с левой стороны, да. КТ-ска идет. Ну, да. Ой-ой-ой, чё делает? Смотри, смотри, что делает Шерманом. Она его просто вертела, крутила. Это ПТ-шка? Ой, ПТ-шка. БМП-шка. А, не понял, там сзади что-то стреляет. Не понял. А тетрарх, что ли? Вот это вот. Вот это вот, что ли, стреляет тут, я не понял.
Ну вот и все, больше не стреляет. Так, берем пулемет, значит. Фугасный пулемет. Поехали стрелять. Куда вот вы бежите? Куда? Вот видите, я вас не вижу. Вы, спецназовцы, доделанные. Я сейчас тебя раздавлю. Фиг ты мне гранату закинешь. Готово. Так, там едет, кажись, Черчилль. Тогда с Черчилля вся жопа началась. А, это Кром, вернее, все нормально. Задание выполнено 92%. Где-то я это уже видел. Так, вот сейчас грустно с Кромвелем перестреливаться, но он бочины стоит, я к ним передам. Надежда есть. Вроде как я. Да блин, Кромвель Кромвеля не пробивает. Что за дела? О, взорвал. Нормальная тема. Снайпером чиню танк, и если ты приведешь своих, ты можешь его, в принципе, использовать, чтобы захватить. Так. Слава сверху? Тунат, Тунат, где-то я это уже видел, подожди. Опять мой Кромвель у них на базе. Там опять потом будет попа. А. Не надо. Дядя, не надо. Я понял, понял. Это будет плохо закончиться, если мы недавно мира. Я отъехал, будем оно захватывается. Оно само, Тунат, оно само, я отъехал. Тунат, оно поднимается. Тунат, я не хочу. Тунат, я уехал, оно само, правда. Мне кажется, мне сейчас Кромвеля подорвут. Бля. Я руина. Нет, не подорвали. Я захватил точку, ребят. Я не хотел, правда. Оно само вышло. Это противотанковый. Козел. Так я уехал уже, оно все равно захватывается. Все, я поехал все остальные точки захват. А до этого точки не захватывались с помощью танка. Че, куда каких людей к точке? А вот этих? Лучше правый зачистить, чтобы было потом легче захватить. Я направил то людей. А, я понял, о чем ты. Там просто если зачистить или. О, они отхватили, все хорошо, все хорошо. Нападения не будет. Я не понял. Я сейчас что, постоять приехал? Да нет, я привел тебе экипаж, забирай. Все, захватываем правую точку. А чё у меня левую точку? Ну, ё-моё, вот доверился вам. Называется. Да, вот эту правую точку я очищаю. Да, ух, смотри, какое мясо. Я знаю. Я вот еду на мясо. Нет. У меня патроны кончились в пулемете. Сейчас будет взлет, смотрите, сейчас будет взлет. Сейчас я устрою полет. Ба! Я не могу сражаться, у меня в пулемете патроны кончились. Че за привет? Че у меня в пулеметах разные патроны? Так, я захватываю опять эту точку. А может не захватываю? Да, захватываю. Это так захватывается, а те нет. Вон тут захватите, пожалуйста, левую точку, ребят. Пожалуйста, левую точку. Иду. Надо левую отжать. У меня просто уже пулеметных патронов даже не осталось, чтобы вы поняли. Что такое ПК патроны? Они для чего? Ой, вижу это мясо, которое там влетает просто на эту точку. Вы Черчилля отбили? Это Кромвелли. Это Кромвелла. Все. 97%. Опять 97%. Вот эти вот 97% страшные, кажись. И сейчас поедут противники, мне конец, у меня 21 бои. Ах, хотел он 21. Ой, ё-моё, неужели? 2 часа. Чё? Это заняло. 800 ЛС дополнительно. Ребят, все нормально. Да, 800 ЛС. 4-я серия. Этого стоило. Это просто такие камбэки здесь были. Вы могли заметить. Я надеюсь, вы уже написали свой красивый комментарий, свой русский лайк киндюрили. Это была 6-я миссия Германии. Ту врага с вами были Павлики, Пионер, Тунат и Алекс Бон. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. На удачу. Последний Тунат надо в тебя попасть. Подожди.
Ваш ранен. Не, на вот, знаешь, что последнее можно сделать? Чао. Это вот это.